В администрации Рыбинского района раздается детский смех. Малыши вместе со своими родителями пришли сюда как на праздник. Шести многодетным семьям выдают документ – свидетельство о бесплатном получении земли. Мечта о строительстве большого дома для них теперь стала ближе. Со своей стороны хочу отметить, что это действительно было сделано с большим уважением, с пониманием. Мне было приятно встретить вот такой отклик. Семья Тихоновых – счастливые обладатели заветных соток. Много лет живут в трехкомнатной квартире, но говорят, теперь в ней стало тесно. Трое детей, две девочки еще, 18, 14 и маленький, полтора года. Семья получила землю в деревне Мархачева Глебовского сельского поселения. Рыбинский район наряду с Любимским и Никоузским один из лидеров по реализации социальной программы. За этот год здесь передано в личное пользование 87 земельных наделов. Все те участки, которые мы предоставляем, расположены в массивах вблизи магистралей, автодорог, с возможностью подключения электричества, с перспективой подключения газа к этим населенным пунктам, социальной инфраструктуры. Эксперты отмечают, сейчас многодетным получить землю проще, помогает закон, инициированный губернатором Дмитрием Мироновым. В этом году план по формированию участков перевыполнен на 12%. В 2018 очередь за наделами сократится в два раза. Приняли в прошлом году соответствующий закон Ярославской области, который позволяет гражданам, имеющих трех и более детей, не дожидаться очередности предоставления земельных участков, а самим выбрать расположение, локацию земельного участка, сформировать его и обратиться в соответствующие органы местного управления за предоставлением земельного участка без торгов в аренду. Всего же за 6 лет бесплатно в собственность предоставлено свыше 3000 участков, большая часть из которых многодетным семьям региона. Александра Панкратова, Сергей Городиенко. День в событиях.